На него приехали делегации 71 региона страны. Это не только фермеры, представители агропромышленных компаний, но и ученые. Основным мероприятием на форуме сегодня станет пленарное заседание, которое пройдет в Кубанском аграрном университете. Участие в нем примут президент России Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Там же свои инновационные разработки и технологические стартапы представят молодые ученые-аграрии.